Добрый день, дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, и снова вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу рубрику «Библиотека боевых искусств». Сегодня я хочу представить вашему вниманию обзор очень интересной, на мой взгляд, книги, изданной издательством «Эксмо» в 2005 году. Эта книга, вот она у меня в руках, «Боевые искусства, дзюдо, техника и тактика. Борись и побеждай» Джимми Педро. Джимми Педро, автор этой книги, совместно со своим другом Уильямом Дарбином выпустил такую замечательную книжку, которая украсит библиотеку каждого, кто изучает боевые искусства, в частности дзюдо. И вначале я хочу сказать немножечко об оглавлении этой книги. Но, наверное, начнем не с этого. Наверное, я хочу сказать, кто такой Джимми Педро. Может быть, кто-то не знает. Джимми Педро – это известный американский дзюдоист, спортсмен, чемпион мира, участник трех Олимпийских игр, на двух из которых он стал обладателем медали. Он много лет посвятил свою жизнь дзюдо. Также он был тренером олимпийской сборной Соединенных Штатов Америки. Но эта книжка вышла до того, как он был тренером. И в 2012 году он возглавлял сборную Соединенных Штатов Америки по дзюдо на Олимпийских играх. И в 2016 году в результате под его руководством два раза Олимпийские игры выигрывала Кайл Харрисон. И призером Олимпийских игр был Трэвис Стивенс. Ну, о них вы можете узнать в интернете. А сегодня мы поговорим об этой замечательной книге. И открывая эту книгу, мы видим, что здесь очень хорошее также качество издания. И что же, о чем же идет речь в этой книге? Здесь 11 глав. И я немного зачитаю эти главы, а читать вы уже будете всю книгу самостоятельно, когда приобретете ее. Итак, глава первая. С чего начать? Глава вторая. Происхождение дзюдо. Здесь, как вы видите, идет небольшой экскурс в историю дзюдо. Глава третья. Терминология и правила поведения в дзюдо. На мой взгляд, очень интересная глава. Глава четвертая. С этой главы начинается уже непосредственное описание различных техник дзюдо, которые используются многими спортсменами как в соревнованиях, так и в обычной тренировочной практике. Глава 4. Страховки и кувырки. Глава 5. Стойки и захваты. Глава 6. Броски. Глава 7. Зажимы и удержания. Глава 8. Удушающие болевые приемы. Глава 9. Контрприемы и комбинации. Глава 10. Здесь говорится о соревнованиях. Имеется в виду не просто о соревнованиях как в неком виде разновидности физической культуры, но или разновидности тренировочного процесса дзюдо. Здесь имеется в виду соревнования, показаны, какие весовые категории есть в соревнованиях, как выглядит зона для борьбы, форма спортсмена, некоторые описания, как начинается поединок, заканчивается и так далее. Далее у нас есть 11 глава, завершающая, это общая физическая подготовка. Тоже очень интересная глава. Вообще, на мой взгляд, эта книга очень
качественный материал. Она у меня давно, и я постоянно пользуюсь. Во-первых, чем она хороша? То, что здесь она имеет очень много фотографий. На фотографиях мы видим самого Джимми Педро. Он запечатлен на всех фотографиях. Он демонстрирует все приемы, которые здесь есть со своим партнером. Вот вы можете увидеть. Все приемы имеют описание. Вот, допустим, броски корпусом, описание, сами приемы, удушающие приемы. Вот также вы можете увидеть здесь на этой фото, на этих фотографиях. Достаточно качественные фотографии, все видно, как идет захват. Поэтому эта книга очень и очень ценный методический и теоретический материал, который можно потом применять в своей практической деятельности. И в завершении к моему видеообзору об этой книге я хочу зачитать немного информации, которая написана также в конце этой книги. Итак, дзюдо, техника и тактика. Осваивайте основы искусства дзюдо, пользуясь книгой «Дзюдо, техника и тактика». Она написана чемпионом мира и участником трех олимпиад Джимми Педро и обеспечит хорошую теоретическую основу вашим тренировкам, а также покажет путь к успеху. Научитесь правильно выполнять страховки, кувырки, захваты, броски, зажимы, удушающие приемы, болевые контроли, удержания, контрприемы, комбинации приемов. Будь вы новичок или спортсмен со стажем, вы найдете в этой книге много ценных сведений из области истории, терминологии и правил поведения, принятых в дзюдо, а также две главы, отдельно описывающие соревнования и методы общефизической подготовки. Эта книга, безусловно, должна стать частью библиотеки каждого серьезного практика боевых искусств. Итак, книга Джимми Педро «Дзюдо, техника и тактика». Рекомендую.